Привет! С вами Лига Мьюзик Варс, моя белобрысая мордочка снова в углу. А значит, у нас сегодня две интересных новости, плохая и хорошая. Рассмотрим мы их далее, писал я их без енота, соответственно, поэтому наслаждаемся только моей болтовнёй в фоновом режиме. Отдельно я хочу спасибо сказать Назарчику, Антончику, Санчесу за донаты, ребята. Они являются хорошей новостью, которая будет дальше. Ну, посмотрите, короче, сейчас пока ничего говорить не буду, но... Ладно, поехали. Нехорошие новости всегда приходят, как сказать, очень интересно. В общем, ребята, вы, кто пользовался, получается, майнингом монеточек в игры, ребята, в общем, GoldFi остановил, получается, майнинг монет, так как им стало невыгодно менять, потому что вы, получается, зарабатывали монеты по высокому курсу, а сейчас курс более низкий, и они останавливают майнинг. То есть, ну, надо, короче, смотреть, будут ли они возобновлять или нет. В общем, остается еще CoinSub для вывода рубинов, ребята, но GoldFi уже, как вы понимаете, все плохо. То есть, у меня здесь 2,4 рубина, конечно. Хотелось бы, прям хотелось бы, чтобы мне бы вывести бы отсюда. Ну, блин... Слушай, так обидно, прям вот реально. Даже 2,4 рубина, все равно это мои рубины. Это, блин, мои рубины, 2,4 рубина. Ладно, это я уж так возмущаюсь немножко. Фиг как знает, говорит, имею в виду. Ну ладно. Все, ребята, сразу говорю, то есть по объявлению, ну, аккаунты свои обнуляйте, потому что эффекту никакого не даст, ну, накопление. 2 рубина 1 августа, 24 1 апреля. Ну все, ребят, такая новостная у нас лента небольшая. Вот как-то так, короче, ладно. Ну и давайте, наверное, мы эпопею с GoldFi закончим. Как я говорил, ребята, вот мой аккаунт еще один. То есть здесь добыто, видите, 254, ребята, рубина. То есть это моя майнинговая ферма, вот она. Вкалывала 36 уровень ее. В общем, короче, мы выводим отсюда оставшиеся рубины. Так, нет, это не этот. Так, мне нужен мой код. Ну, 2 рубина, вы видите, пришло, да? Было 55, стало 57. Так, ну и давай забираем его отсюда. И вставляем. И все, давай на вывод. А, да, кстати, ее, блин, закончить надо. Все. Ну, обидно, конечно, такая классная вещь была. Прям, блин, задолбался этой проверкой. Я тут рубины жду. Где мои 40 рубинов? Так, мой мотоцикл. Отлично, все. Вот мой сорокатничек. Последний раз, ребят, на 1 апреля выводил. Сейчас уже по-другому немножко. Ну, все. Все хорошо. Я, короче, закончил майнинг рубинов. Теперь будем ждать, короче, только сентября. Ну ладно, ребят. Все, заканчиваем майнинг. То есть сейчас в игру хрен что выведешь, короче. Ой.